Добрый день всем! Рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня хотел бы показать видео, как я собираю плоскошлифовальный станок из гриндера. Вот. Сегодня в этом видео будем это все делать. Значит, собрал здесь основные узлы. Вот заказчик мне предоставил вот такую магнитную плиту 600-ую. Значит, раму плоскошлифа будем делать с вот такой профильной трубы 60 на 40. Значит, линейные направляющие. Это будет плита по каретке. Двигатель вот такой, 2,2 кВт. И, собственно говоря, лента, под которую это все будет делаться. Сотая лента 900 диаметром. То есть, как-то вот так все будет. Вот. Длина направляющих 1,5 метра. Вот, то есть с выходом будет работать. Довольно массивная, мощная конструкция. Пока по весу еще не прикидывал, сколько будет. Ну, я думаю, за 100 кг точно. Поэтому, в принципе, детали гриндера не буду показывать, просто оставлю ссылки. Они, в принципе, будут типовые. Вот. А вот рама, вот этот весь конструктив, крепление двигателя и так далее, все покажу. Поэтому начинаем. Thank you.
Так, раму я практически сварил, приступил сейчас к сборке самой силовой установки. Вот, сейчас вам покажу. Сейчас немножко тут подсобрал. Еще все сыро, без пружинок, без ничего. Вот. Смотрите, сделал ролики, шкив, двигатель 2,2 киловатта показывал. Поворотный механизм на систему подачи. То есть здесь будет стол. И вот. Значит, покажу. Это регулирование двигателя, чтобы можно было, собственно говоря, сам станок немножко относительно плиты выставить. Чтобы он не брал ни этим краем, ни этим, а четенько по индикатору выставится и будет работать отлично. Вот. Сюда просто корпусные подшипники сделаны. Вот оно вот так. Вот оно вот так предварительно закреплено. Сейчас выставляюсь с этим роликом. Вот. Думаю, как, что и куда. Пока еще с этой лентой не запускал. В принципе, здесь не будет большого выбора лент. Вот. Заказ на один вид лент. Поэтому, в принципе, вот так оно выглядит все. Ну, шкив не показывал, как делать. Есть видео по шкиву. Оставлю вверху ссылочку. Ролики, соответственно, тоже. Разница только в ширине. Тоже оставлю ссылочку на видео. По натяжным устройствам и всем остальным увидите, или уже увидели, или увидите, видео будет по этим всем. Все, продолжаем работу. Еще один этап в нашем станочке. Значит, устанавливаем, собственно говоря, сам гриндер готовим. Так. Как-то вот так. Видно он, да? Так. В принципе, похоже.